Всем доброе утро. Убран чеснок. Петра и Павла праздник прошел. Вот это была грядка с мульчой. Вот, почти ни одной соринки, ни разу не наклонилась за все лето. И будем сажать проросшую картошку. И вот продолжение следует. Сделала ямочки и бросаю картошку. Вот, проросшая большая картошка. Как оно быстренько вырастет. Июль месяц. Это будет второй урожай. Кто не знал, проверьте. Вот, еще успеет вырасти. Вот так. Все. Еще осталось там 4 чеснока. Надо выкопать. Землю даже не перекапывала. Мягенькая-мягенькая. Прелесть. Все, закрыла всю картошечку. Вот так вот кое-где оставила. Стоп-кадр.